Всем привет! Сегодня будем готовить творожную запеканку. Что для этого нужно? Для этого нужно 5 желтков. У меня 450 грамм творога. Шесть грамм соли, 300 грамм сметаны, сметана любая, 15-20%, творог тоже любой, у меня 5% творожок. Далее мне нужно будет манная крупа. Манной крупы 4,5 ложки. Дальше мне нужен будет сахар. 7 ложек сахара. И сметанка сюда же. Все перемешиваем. И сейчас буду все размельчать блендером. Взбила до однородности творожную массу со всеми ингредиентами. У меня остались белки от 5 яиц и разрыхлитель. Сейчас моя эта творожная масса будет стоять минут 20-30 для того, чтобы манная крупа разбухла в этой массе. И только потом, перед тем, когда ставить в духовку, я буду насыпать разрыхлитель и очень хорошо взбитые белки. А сейчас мои белки пойдут в холодильник, чтобы они получше взбивались. А творожная масса будет стоять и ждать своего часа. Взбила белки, девочки. И сейчас буду их вводить в мою творожную массу. Разрыхлитель. Перемешиваю его. И белочки. Видите, какие они? Опа! И все переплыли. И сейчас буду эти белочки смешивать с моей творожной массой. Снизу вверх, снизу вверх. Вот так вот, быстренько, быстренько, быстренько. Форма смазана маслом и присыпана манной крупой. Выкладываем нашу массу творожную. Какая она пушистая за счет взбитых белочков. И быстренько в духовочку. В моей духовке эта запеканка выпекается 50 минут. Вот наша запеканочка. Такая красотка. Сейчас я буду разрезать эту запеканочку и посмотрим, как она выглядит внутри. Вот так выглядит моя запеканочка. Она очень вкусная, ребятушки, очень вкусная. И сейчас я ее буду пробовать уже в сотый раз, конечно. Запеканочку я полью моим малиновым вареньем, которое без косточек. Оно уже было у меня на канале. Я показывала, как я его готовлю. Это будет очень вкусно.
и буду пить кофе. Кофе я пью с молоком. Приятного мне аппетита. Но что же, я должна это продегустировать и рассказать вам, как это вкусно. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока и до новых встреч.